Здорово. Вот такая технология, 21 век. Все вручную. Не очень удобно откачивать воду, убирать, все в армировании. Ставить треногу под нивелир тоже неудобно. Армирование мешает. Придется съемку делать на кардах. Все, йо-йо, да. Чем занимаешься, Димон? Расскажи-ка телезрителям YouTube. Разбивка стены. Разбивка стены. Канализации. Все в одном флаконе, да? Конечно. Какие новости в плане технологий геодезических? Что ты расскажешь? Следишь? Вообще подписаны какие-нибудь паблики? Следишь за новостями? Некогда. Какие тарелки выходят Некогда. Геодезические? Нет? Одна работа сплошная. Нет времени. У Рахмана здесь откопана траншея. Антоха заводит свой эскаватор. Пацаны пошли на монтажку. Никсон, Игорек Репчевский, Скорпион. Матрас кинут у аллигатора. Ваня Годов, Саня Подракей. Двухкомнатная квартира, две тачки, обращайтесь. Что вы тут, друг? Собака ебаная, за ногу цапнула, блядь. Так надо укол делать от бешенства. Да, а то я тебя... Ты и так был неуравновешенный, блядь. В этом пролезе вот трубка. Так. Да, мы им говорили и на той смене говорили. А нам тут ложиться надо, чтобы говорить. Это трубы чего будут? Это на пизометр. На пизометре? Да, давление воды. Да, подкинул ты, Серега, халтурку. Вот какие сосулищи. Красота. Ох, блин. Так на обед я еще не ездил. В очень близкой близости с Николаем. Едем в экскаваторе. Руль прямо у промежности крутится, особенно с этой красной штукой. Не пищит перегруз, не, Вася? Сколько? Ну как иностранцы с Узбекистана. Василий за рулем. Евгеша. Валентайн. Один из родственников Смирновых. Из Читы Смирновых. Вон там новые участники проекта. Больше всех места занимают. Так. Тут Сергей Борисович тебя ждет и Патракевич. Древлянковские. Сергей Борисович и Александр Анатольевич, расскажите, чем вы занимаетесь на Белопорожской МГС? Ну и как вам на объекте? Еще ничего не знаем. Ничего не знаете? Ну уже с трамбовкой ознакомились. Вы не возражаете, если вы попадете в сериал Белопорожской МГС? Не будете кидать жалобу на YouTube? Не получу я страйк. Блять, варить надо. Да долго спрашивают, часа 4. Вот, блядь. Ну ладно, не дашь видеть, блядь. Блядь, опять я валаю. Их надо сделать, блядь, валай. Или она в нее будет вкручиваться, или нет. Или на нее будет еще одна плита привариваться. А какой смысл ее вкрутить? Вот, я же тебе про что говорю. Если ты в плиту вкрутишь шпильку, смысла никакого нет. Я тебе про это сейчас и толкую. Абсолютно нет. Вот то, что вот эти 50 миллиметров, блядь, с таким усилием 450 тонн, нахуй, блядь, меня вырвет ее. Конечно. Я. Ух ты, кого встретили. Как, Саня, в такой красоте кататься? Прекрасно. Прекрасно, отлично. 28-я вахта подходит к концу. Народу добавилось в буханку. Нива на ремонте. Приходится как мексиканцы ездить через северную границу Америки. Действующие лица все те же. Дима Германов, он же Гулливер, он же Гуля. Валентайн и куча непонятного. Ирик Манович, возьми печеньки-то. А то хлебцы хмяту ешь. Короче, нормально это все, да?
Отпрёт. Делаем нахуй. Дима. Какие да, слова тут я слышу? Опять слова, вот опять тебе пипикает. Сначала нашему общему другу. Где наши щиты? Да, не, давай Гоголю спроси. Давай, я. Где наши щиты? А кому ты обращаешься? Кому? К тому. Кому? Александр. Он знает. Этот человек знает. Йо-йо, Андрей Косуровцев, привет с Кемской области. Сейчас тебе будет один вопрос. Когда навернешь опалубки и раскосы? Твоя сегежа просто вообще... Заебала! Никсон, здорово! Прайвашки все заебанные, больные! Кто там, Михаил? О, что там, Юрич? Больные все, говорю, прайвашки! А что ты хотел передать Суровцеву нашему другу? Да я уже передал, что хотел. А еще? Чтоб щиты вернул. Раскосы. Ну стоп, Дурзак, ты видел зимнюю радугу? Да, я видел первый раз. Первый раз. Все, прохладненько, минус 31. Все белым-бело. Это Конор 9. Конор 9, да? Новый, да? Отлично! Ух!